Все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и наша любимая цивилизация подходит к логическому завершению. Во всяком случае, разработчики полны решимости завершить серию на 5-й части. Видимо, они настолько выложились на этот раз, что уже и сами не верят, что могут сделать что-либо круче. Давайте узнаем, так ли это. Civilization 5 полна новинок, при этом она полностью узнаваема. Игрок начинает с небольшого поселения и заканчивает громадной империей. Можно занимать и довольно скромное положение, но быть самой прогрессивной или культурной нацией. В любом случае, цель одна — привести свой народ к мировой победе. Сюрпризы начинаются сразу. Первое, что замечаешь — новую карту. Нет больше никаких квадратных ячеек, вместо них шестисторонние гексы. Вели их по двум основным причинам. Первое — исчезли смущающие диагонали, передвижение войск стало абсолютно логичным и понятным. Второе — улучшился внешний вид карты. Она стала более мягкой и плавной, без резких граней или стыков. Сразу после гексов замечаешь новый интерфейс. Его сделали настолько дружелюбным, насколько вообще можно. Важная информация представлена в удобном виде. Никаких длинных текстов, максимум значков и понятных символов. При желании можно вообще включить специальный 2D-режим, как будто играешь в какую-нибудь настольную игру. На эти забавы ссылается и геймплей, поскольку акцент сместился с экспансии и количества в сторону тактики и стратегии. Скажем, польза масштабной колонизации значительно уменьшена. Сейчас города прибавляют только по одной клетке с каждым ростом культуры, поэтому быстро отхватить большой кусок территории не получится. Внеочередные ячейки можно купить за золото, однако не всегда в этом есть смысл. Намного важнее контроль стратегических высот и месторождений, нежели размах как таковой. Ресурсы ценны потому, что они стали исчерпаемыми. Например, одна шахта с железом приносит всего 5 единиц полезного материала. И больше 5 мечников построить никак не получится. А, скажем, уголь тратится еще и на постройку фабрики. Получается интересный выбор между армией и экономикой. Стратегические высоты важны, потому что в одной клетке позволено находиться лишь одному военному юниту. Соответственно, борьба стала позиционной, нежели стенка на стенку. Контроль одного единственного холмика способен предрешить исход того или иного противостояния. Если построить там укрепление, посадить лучников и защитить их двумя отрядами пехоты, даже грозная армия может потерпеть неудачу. Как вы наверняка заметили, лучники стреляют через клетку. Дальняя атака появилась почти у всех дистанционных юнитов. Обстреливать неприятелей могут и города, поэтому тот же штурм является непростой тактической задачей. Все как в каком-нибудь военном учебнике. Сначала осада и массированная бомбардировка, затем уже наступление пехоты. Война, разумеется, не единственный путь к победе. Хотя, конечно, думать об обороне придется в любом случае. Прийти к лидерству, как мы помним, можно еще за счет дипломатии или науки. В этом плане невероятно интересными становятся города-государства. Поначалу кажется, что их проще всего завоевать и присоединить к себе. Однако дружба с ними способна обернуться куда больше выгодой. Эти крошечные псевдостраны с радостью проголосуют за друга в ООН, помогут ему в исследовании либо торговле. Сучка. Условия научной или культурной победы, к слову, были изменены. Для того, чтобы создать шаттл, отныне приходится обучать специалистов, которые должны прибыть в столицу и уже там отстроить космический корабль. А развитая культура в итоге позволяет разработать проект «Утопия». Для этого необходимо в рамках одной игры полностью изучить любые 5 веток социальной политики. Социальная политика — это своеобразная замена религии и политических устройств. Суть ее проста. Когда очков культуры становится достаточно, открывается возможность сформировать то или иное мировоззрение. Из более мелких перемен можно еще выделить чудеса природы, отсутствие шпионов и торговли технологиями, возможность сделать захваченные города своими марионетками, а также ряд других изменений. Пятая цивилизация выглядит настолько новой и свежей, что в нее влюбляешься как в первый раз. Большое за это спасибо разработчикам. Они постарались на славу.